В регионе действуют различные программы по привлечению кадров в медучреждения, в том числе весьма действенная федеральная программа «Земский доктор, земский фельдшер». Ее задача – привлечение в медучреждения сельской местности и малых городов с численностью населения до 50 тысяч человек. Врачи и фельдшеры, которые прилетают на полуостров по этой программе, могут получить выплату от 1 до 2 миллионов рублей. Кроме этого, медики могут рассчитывать на поддержку и средств краевого бюджета, а именно единовременные выплаты, в том числе для молодых специалистов, от 120 до 500 тысяч рублей. Также законом Камчатского края о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Камчатском крае, медработникам гарантируется ряд иных единовременных выплат и различных мер поддержки.